До нашої студії завітав Олександр Пліткін, головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні. Доброго вам ранку. Доброго здоров'я. Доброго Я вам запропонувала, пам'ятаю, тему саме, що робити, коли не переїда, якщо переїв, а ви мені запропонували тему саме про дитячі травми за необережністю. Бо, як ви кажете, багато таких випадків є, які можна було попередити, так? Да, я хочу сказати, що переїдання – це достатньо, в общем-то, більш-менш безобідна тема, травмирование детей это очень серьезно. И большинство травм, которые получают дети, это они в основном зависят от поведения взрослых родителей, насколько они смогут просчитать на несколько шагов вперед, что может ребенок сделать. Да? Что взагалі можно назвать травмою за необережністю? Травма – это переломы, это падение, ушибы, это ожоги, это прием химических препаратов, отруйня, То есть это серьезные вещи, которые могут привести таким к длительному течению заболевания, которое подразумевает под собой много операций, восстановительных и так далее. Поэтому я не буду загружать вас цифрами, потому что цифры, в общем-то, они не радуют. Но я уже несколько раз в передачах по разным каналам, где я выступал, я поднимал эту тему, и она очень беспокоит, эта тема. И хочу сказать, что я не так давно выступал на одном из каналов, только я пообщался, поговорил по поводу травм детей, и я еду на машине и смотрю, пролетает мимо меня шикарная машина, где папа разговаривает по телефону, и рядом на переднем сиденье сидит трех- или четырехлетний ребенок. Знаете, что на переднем сиденье это еще півбіди, а когда дитина между двумя сиденьями и непристегнута, это, мне кажется, еще страшнее. Да, да, это страшно. Это страшно, когда школьник, он как шел по тротуару с телефоном возле уха, так он не посмотрел ни направо, ни налево, прямиком пошел через дорогу, То есть почему-то теряется инстинкт самосохранения, и почему-то родители не прививают этот инстинкт. Я не говорю, что это всех, но это достаточно много, достаточно много. Я вспоминаю свое детство, я вспоминаю свою бабушку, и когда мы подходили к дороге, бабушка говорила, давай посмотрим направо, давай посмотрим налево, нету машин, тогда мы с тобой переходим. До сих пор я смотрю направо и налево, хотя уже сам дедушка стал. Но как сейчас я смотрю, взрослые люди переходят, телефоны, телефон это прогресс, но телефон это и бич, бич, потому что человек теряет контроль над за окружающим, что делается вокруг его. И зачастую никто не смотрит, куда едет машина, как едет машина. Себе привчити, що підходиш до пішохідного переходу, потрібно відкласти телефон мобільний в сторону. Конечно, да, хотя бы посмотреть по сторонам, наушники, Понятно, что дети слушают, но опять-таки, чтобы услышать сигнал автомобиля, надо, чтобы хотя бы одно ухо было свободным, и оно слушало. Очень распространенное понятие, что он должен пропустить. Да, конечно, он обязан пропустить. Есть одно «но». Водитель может сам отвлечься на телефон. Так. Водитель может быть приболевший. У водителя может быть плохое зрение. Водитель, в конце концов, может быть выпившим. Как часто и густо мы наблюдаем по телевидению те или иные случаи, которые происходят. Это все касается дорожно-транспортных происшествий, в которых, в общем-то, страдают детки. У нас есть еще дом, казалось бы, дом моя крепость, но вместе с тем
неаккуратно оставленная чашка с кипятком, да, или тарелка с горячим, горячей едой, да, до которой чайник, может, так? Да, до которой может дотянуться маленький ребенок, который начал ходить, и он все тянет, и мама отвлеклась на приготовление пищи, вот папа смотрит телевизор, и ребенок потянул на себя кипяток и перелил, да. Это кастрюля с горячей водой, которая поставлена небрежно на пол, и они забыли, в которую сел ребенок. Вот. Это таблетки. Бабушки, дедушки пьют таблетки, вот, да, и они оставляют это на столе, на том расстоянии, до которого может дотянуться ребенок. Вот. Ну, навіть дорослі бувають, що дитині, наприклад, 8 років і вже розуміє, що потрібно їй випити ту чи іншу таблетку, але без дозволу батьків може взяти сам, самотужки. Тобто тут такі, знову ж таки, такі нюанси. Да, да. Для этого и взрослый человек, имеющий опыт, он должен смотреть на несколько шагов вперед. Где хранить эти таблетки? Побутова химия. Да. Это особе, это особая каста, скажем так, да, деток и те, которые получают тяжелое отравление, которые получают сильные химические ожоги слизистой. Вот. Потом происходит рубцевание пищевода. Вот. И это масса операций. И человек, в общем-то, может оставаться инвалидом на всю свою жизнь. Да? То есть небрежно поведенка, вот, необережное хранение данных химических препаратов, вот, это приводит к довольно печальным событиям, вот. И родители очень сильно беспокоятся, вот, и ребенок страдает, вот, да, но там большие финансовые затраты и так далее. И хочу еще отметить, что вот в канун Нового года подарки. Подарки деткам. Вопрос, какой ребенку выбрать подарок? Да? Сразу рассказываю. У нас лор-отделение, у них целый набор предметов, да, подарков, которые они находят в носу, в ушах, вот, и так далее. Да? То есть тут надо уже размышлять, какой ребеночку подарить подарок. Или это будет конструктор, состоящий из мелких деталек, да, которые ребенок элементарно может засунуть в нос, да, или в ухо. Начебто брали для того, щоб розвивалася дрібна моторика? Да, 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 да. А но... виходить, що беремо для того, щоб розвивалася дрібна моторика у лікарів, які, да, будуть діставати. Ну, так, так точно. Ну, не зря пишуть на коробках, вот, для какого возраста это игра. Да? Если ребенок маленький, то для него должны быть большие игрушки, там кубики, машинки большие и так далее. Іноді просто батьки переоцінюють можливості своєї дитини і вважають, що моя дитина навіть от в такому, в 3 роки, так, 2 роки може зібрати ту чи іншу іграшку. Да, але, да, забувають сидіти разом з своєю дитиною. Так, точно. І треба розуміти, що ребенок діє мгновенно. Вот просто мгновенно ты можешь с ним сидеть, вот, да, на одну секунду ты отвернул голову в сторону, и он себе раз засунул в ухо игрушку. Вот. Это еще такой неплохой вариант, вот, да, хуже, когда игрушка электрическая разбирается на батарейках. И, все еще манюсенькие эти батарейки. Да, да, и глотается батарейка. Вот это ужас. Это ужас. Вот, да. Не всегда родители могут сходу узнать и увидеть, что ребенок или проглотил, или засунул себе какую-либо запчасть от игрушки. Вот, да. Может пройти несколько дней, да, потом идут воспалительные изменения и так далее. То есть, казалось бы, безобидная вещь игрушка, вот, но она может травмировать ребенка. Вот, и достаточно это серьезная тема. Вот. Поведение на улице, поведение на игровой площадке. Хочу сказать, что немало
травм идет и на игровых площадках у деток. Особенно качели. Качели, ну вот мы считаем это зло. Качели зло, потому что у нас, как правило... Могут тому дорослые не катаются на гойдалках. Да, да. Почему-то у нас качели, они на цепях, они тяжелые, металлические, вот, и они очень сильно травмируют детей, особенно голова страдает, вот. Это сотрясение головного мозга, это переломы и так далее. Вы знаете, я побывал там за границей, вот, я не видел металлических качелей, вот, да, кругом тряпочка, да, тряпочка, где-то жесткая, где-то слабая. Где-то гамак, да? Да, 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 и все детки качаются, полностью исключена травма ребенка, вот. Ну и, конечно же, надо смотреть не просто, вот она, ігровая площадка. Ви знаєте, тут я можу з вами посперечатися, тому що я пам'ятаю, що в мене була така гойдалка, але я пальцями, наприклад, зажималися. Тут такі свої нюанси. Звичайно, це порівняно з тим, що може просто стукнути та гойдалка об голову, це зовсім нічого. Да, да, это несравнимые вещи, вот, да. Ну, детки, они пальцы могут куда хочешь засунуть, вот, да, поэтому то же самое и электричество, вот, да. Ну, вроде сейчас практически к нулю сведены травмы с электричеством, вот, с домашним электричеством. Але пам'ятаємо якраз про наші новорічні ялинки. Да. Бо зараз почнуть не лише котенята тягнути до себе ялинки, а й діти почнуть тягнути. Да. І діти тягнути, і у нас фейерверки, хлопушки і так далі. Які просто маленькі стоїть, дай мені, дай я да. смикну. І взагалі-то я бачив не раз, коли родителі вставляють руку 3-4-летньому ребенку палочку, на кінці якої знаходиться така типа ракетниці, вот, которая випускает 4-5-7 этих выстрелов. Да? И ребенок вполне может после 2-3 выстрела посмотреть, а будет ли выстрел еще. Да? И тут же может получить в область лица выстрел с этой хлопушки. Да? То есть согласен полностью с вами, что новоречные все праздники, вот, которые проходят, они несут с собой массу небезпеки, да, которую мы должны, как взрослые, постараться предупредить. Да, поэтому, в общем-то, переедание – это наименьшее зло. Хотя, детки, опять-таки, когда взрослые занимаются собой за столом и так далее, дети могут... У них как раз вильна хвилинка, так? Так точно, так точно. Съесть лишнее апельсину, да, которую, в общем-то, ему не очень-то и можно. Да? А через 2-3 часа вот, у него начинается зуд кожи, сыпет, вот, да, и уже родителям не до праздников, они летят в приемное отделение, чтобы ребенка осмотрели. Это сладкое, вот, да, которое дети, конечно же, в подарках в избытке могут покушать. Сами батьки грешат, подсовывают им. Так хочеться точно, дитині вот. Дати більше солодощів. Так точно. І та ж сама алергія може посетити ребенка на шоколадні изделия. Вот. Ну і, в общем-то, бували случаи, що дітки пробували і спиртное. Вот, да. Ребенок, он все пытается попробовать, испытать на себе. Вот. Ну, бывали случаи, вот, да, что дети делали несколько глотков крепкого какого-либо напитка, вот, и это была потом проблема. Угу. Ну, я думаю, що ми трішки наших глядачів проінформували і трішки налякали. Але вони, я думаю, все ж таки звернуть увагу на ці нюанси, які ми зазначили, і обов'язково нам будуть намагатися прорахувати свої дії декілька кроків вперед, для того, щоб не трапилось, як то кажуть, біди, і для того, щоб свята не були зіпсованими. Так точно. І взагалі будні, да, так? Да, так точно. Бо, як то кажуть, від нас, дорослих, залежить здоров'я наших дітей.
Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Олександр Пліткін, головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні. Він, як ніхто інший, знає, з якими проблемами приходять батьки, з яких діток вони приносять. І, як виявляється, найбільше все ж таки страждають діти від травм за необережністю нас, дорослих. Дякую вам ще раз. Дякую.